Это видео о сервисе Яндекс.Аудитории. Из него вы узнаете, как запускать в интернете рекламные кампании, точно нацеленные на нужную группу пользователей. Это позволит вам повысить лояльность клиентов и увеличить продажи за счет таргетированной рекламы. В Яндекс.Аудиториях вы можете создавать различные сегменты на основе вашей базы контактов, данных Яндекса или внешних провайдеров. Например, вы можете сформировать сегмент ваших клиентов, тех, кто бывает или сейчас находится в определенных местоположениях, или тех, чье поведение в интернете похоже на поведение ваших клиентов. Подробнее об этих и других типах сегментов и о том, как их создать, вы можете прочитать в справке сервиса. Созданный сегмент можно использовать в рекламных кампаниях Директа и AdFox. Как это работает в Директе? Показы по сегментам из Яндекс.Аудитории настраиваются так же, как условия подбора аудитории по целям или сегментам из метрики. Перейдите к редактированию группы объявлений. В условиях показа выберите ретаргетинг и подбор аудитории. Нажмите «Добавить условия ретаргетинга». Создайте правила. Выберите нужный сегмент. Сохраните условия и запустите показы. Работая с узкими сегментами, уделяйте особое внимание экспериментам с объявлениями. Это позволит вам выбрать наиболее эффективный вариант взаимодействия с вашей аудиторией. В Директе можно не только нацеливать рекламу по сегментам, но и учитывать ценность вашей аудитории в управлении ставками, то есть повышать или понижать цену клика в зависимости от того, кто ищет ваши товары или услуги. Какой бы сегмент рынка вы ни занимали, скорее всего, вам важно удерживать ценных клиентов, выстраивать отношения с ними, а также находить новых. Яндекс.Аудитории помогут с этой задачей, сочетая ваши знания о покупателях с данными и технологиями Яндекса. Собирайте столько сегментов, сколько нужно, и растите продажи. Если у вас возникли вопросы, напишите или позвоните нам. Наш отдел клиентского сервиса работает круглосуточно и без выходных. Желаем вам успешных рекламных кампаний!